Всем привет! И сегодня у нас вот такая вот посылочка с сайта AliExpress. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем. И начинаем распаковывать, где бы так, чтобы не повредить товар. Или товар, точнее, посылочку. Ну, посылочка продавца-то это что? Мы не собираемся продавать, поэтому посылочка. Есть. Сейчас пройдем и здесь что-то в пленочке, в коробочке. Сейчас вытащим и посмотрим. Внутри что здесь, что-то через Bluetooth, что-то связанное с Bluetooth. И достаем. И это что это? Bluetooth наушники. Это Bluetooth наушники. И перенем. Так, здесь что-то еще есть. Но выпало. Все. И смотрим. Что же здесь? Первая это инструкция на китайском. А здесь написано Made in China. Далее здесь, наверное, разглядим, где начался сам наушник. Видите, что здесь специально для уха. И такая вот прокладка резиновая. Вот здесь, по идее, не знаю, что это такое, но, возможно, это как-то с этим связано, но вряд ли. Далее. Сам этот наушник с пластика. Вот здесь вот USB, обычный Type-C. Это выключатель, как я понял. Громкость регулировать. И написано Bluetooth headset made in China. Ну, и вот такие вот Bluetooth-очки. Здесь никаких таких дефектов я не обнаружил. Сделаны аккуратненько. Правда, для чего это непонятно. Все сделано аккуратненько. Сейчас это не снимается. Это не снимается. Обувь из них трудно хотя бы снять, а не снимать ей. Немножечко ошибся. И сейчас надеем обратно ее. И вот как оно вешается на ухо. С помощью. Здесь вот останавливается вот такой вот зажимчик. И на ухо можно повесить и слушаешь через Bluetooth наушник. И все далее сам USB. Зарядный USB. С одной стороны обычный Type-C, а со второй обычный USB провод. Провод хорошо изолирован. Провод изоляции и резиновый. Или пластмассовый, это более какой-то. Такой вот и такая вот. Так, клавиши громкости. Не Type-C, тут выход, а microSD. microSD. Ой, микро. USB микро включается, работает. Видите, заморгало. Наверное, пытается найти телефон. Сейчас на телефоне подключим программу. Подключим Bluetooth. Bluetooth подключим будет. Здесь Bluetooth так. Подключаем. Bluetooth. Найдет ли? Сейчас. Идет у нас синхронизация, я так надеюсь. Надеемся. То есть до этого у нас все на этот телефон подключалось. А возможно М8? Устройство М8. И так, сейчас мы попробуем новый поиск. ТВ Bluetooth. Bluetooth музык, наверное. Попробуем.
Что он там у нас? Включено, я уже не мигаю. Подключено написано. И... Тремя контактами подключено. Так, сейчас ради интереса. Так, сейчас. Сейчас, секундочку. Ну, походу, сопряжение у нас получилось. Сейчас зайдем какую-то музычку включим. Будет интересно играть или нет. В принципе, оно не предусмотрено пользоваться как музыкой. Ну. Так. Сейчас запустим какой-то ролик на ютубе. И посмотрим. Работает. Ты переключаешь музыку. Ты переключаешь музыку. Да? Угу. Работает. Хорошо. Слышно? Все, мы подключили музыку. В принципе, все играет, как видно. Так что я думаю, что будет работать. Данный девайс тоже отлично. Надо будет, конечно, заказать еще, наверное, этих штучек отдельно. Какую-то сюда вот какую-то штучку отдельно заказать, какую-то интересную. Так, самое интересное, я не вижу здесь снизу микрофон. Я надеюсь, это не только для музыки, а можно что-то и подсвечать. Угу. Ладненько. Так, ну... Я еще протестирую этот девайс, протестирую более интересней. Угу. Так, штучка такая вот не тяжелая, так что на ухе сильно молить не буду, не будет. Подключили вместе с вами, все работает отлично, никаких особых сложностей не можно, так что товар можно рекомендовать к использованию. Да, стоимость у него, по-моему, $2, 2 бакса, 2.5 доллара. Это такой ценник, скажу, очень смешной. Как для таких. В гривне где-то будет гривен 70, так до 70 не больше. Только я же говорю, честно говоря, такой девайс, это дешево. Будет, если пойти у нас в магазин купить, это будет где-то гривен 500, я так думаю. Так будем пользоваться. Ну вот это ушко, мне кажется, мне будет маловато. Какое-то на детское, на какое-то. Так, на этом будем. Ну, и на этом будем мы заканчивать. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а мы заканчиваем. Всем пока. Подписаться не забудьте.